Фигура первая. Разлучная. О том, как Василий из Великого Новгорода собирался в командировку открывать новую площадку. А где билет-то? Да господи, там же уложила на дне чемодана. А? Смотри, смотри внимательнее. Ну что, нашел? Ой, что ж ты наделала-то? Долго же уложила-то. Кто теперь это починит-то? Все, сейчас, подожди. Присядь. Сейчас Шурка все сделает. Сейчас я ее найду, сейчас она все сделает. Да она же сценарист. Сделает, не переживай. А ты что тут делаешь? Проститься с другом имею. Я сколько раз говорила, проститься с другом имею право. Ну, Васька, на спите дороге. Это, как он твой город называется? Вот, смотри. Да, город дурной. Ну, шо? Шо, да не шо, никто починить не может. Ладно, уже так, нет. Ну, все, разбирай чемодан. Да будет тебе, у них поди свои есть. Ладно, давайте уже с Васькой прощаться. Фигура вторая. О том, как Василий через несколько дней прислал письмо из другого города, где должен был открыть новую площадку. У меня, наверное, все хорошо. Сувениров вам набрал, накупил новых мышек в офис, новые ручки и даже гарнитуру. Всего, что просили и заказывали, я выполнил. Уважаемая Надежда, извините, что я... Ой, чё это, Люд, глянь, вроде как не он пишет, а ошибок много. Уважаемая Надежда, извините, что я вмешиваюсь, но Василий очень робкий сотрудник, поэтому ему трудно решиться. В нашем городе мы, компания Умонета, обрели друг друга. Чё-чё? Они с Василием обрели друг друга. Это случилось внезапно. Он ошибся офисом и попал к нам. На пути Господне неисповедимо, безусловно, жить теперь без него мы не сможем. Ничего не пойму, кто это пишет-то? Директор компании «Умонета» Раиса Захаровна. Спасибо вам за Васю. Вот, опять он пишет. Надежда, «Умонета» — хорошая компания. Они даже в онлайн-игры разрешают во время работы играть. С уважением, Василий. Ой, горе нам, горе! Что же это, Митька? Как же ему не стыдно-то, поросенку? Я сейчас его компьютер-то как разобью? Компьютер-то при чем? А компанию можно, думаете, легко нам было офис в Новгороде-то открыть? Где еще будет гарнитура? Митька, Митька, не смей! Митька, ты куда? Да на кухню я, за кофе. Здравствуйте, это Смарта? Да. А я к вам. Ой, у нас тут такое горе-то. Ой, я вам сейчас чайку-то налью. Не, спасибо, не надо. Да у нас здесь все за счет компании. А вы откуда вы? А я работаю директором в другом колл-центре. А что же вы за подчиненными-то не следите? Разбегутся же. А знаете, у нас текучки нет, например. Так-то у нас нет, у нас стаж нарабатывают и надбавки получают. Так а что у вас за горе-то? Так вот Митька-то наш наставник, гарнитуру говорит ему. Кому? Да к наставнику нашему, Василию. А перебежал ведь в другую компанию, подлец, заманили его там всякими плюшками, ютубами да играми. Ну, Надежда, мы с вами обе руководители крупных колл-центров. Я хочу, чтобы мы с вами друг друга поняли. Ничего же страшного не произошло. Ну, скажите, вот нужен вам ваш наставник-то, а? Да какой он нам наставник-то теперь? Его там игрушками да плюшками заманили, а он уж ты развесил. Да что вы, может быть, это хорошая компания? Да какая ж хорошая компания? А смартер-няня у них есть? Акция, да приведи друга, у них есть? Конечно же нет, а у нас все надбавки получают и стаж нарабатывается. Ну, знаете, в них, между прочим, там тоже чай не халупа. И чай, кофе за счет компании, и туалет есть. Ну, хоть и на 9-м этаже, но есть. И бумага там всегда есть. А еще... Это что, это вы, что ли? Ну, мы что ли?
Ой, что делается-то, что делается? Алло, Уткшур, гляньте-ка, что делается-то? Ах, вы жулики, вы мошенники! Да что сразу жулики и мошенники? Все наши сотрудники к нам сами пришли. Девушки, уймите вашего руководителя. Алютка, Шурка, фу, деревня! Фигура третья, финальная. О том, как блудный Василий вернулся в родной Смартер. Ой, гляньте-ка, Василий! Это откуда к нам такого красивого дяденьку-то замело, или что забыл? Глаза не смотрит, наверное, депримирование получил. А, дядь Вась? Ай-яй, как же так-то? Такой хороший сотрудник ты был. Как тебе не стыдно, ай-яй-яй, Василий? А я твой компьютер на разборку-то отправила. Это как? Да все равно отправлю. Эх, ёшкин кот, плохо мне без смарта. Из угла в угол хожу кошкой. Что угодно готов сделать, главное, чтобы наша компания процветала. На что угодно согласен. Как вы поняли, Василия простили. Ведь Смартер — это не просто коллектив, а настоящая дружная семья.